Всем привет, с вами Пират, мы продолжаем играть в Террарию. И в общем, да, я такой смотрю, вверху экрана же показано, что да, идет запись или нет. И бац, у меня не включена запись, и это просто замечательно, да? Теперь, я не знаю, вы пропустили довольно-таки много интересного. Но, к сожалению, я не знаю, как вам это показать, потому что записи просто нету, и вам придется послушать мою супер историю. В общем, хожу я тут по данжу, выбиваю все, вау, выбил какую-то Closer Voodoo Doll. Так, эктоплазму, как видите, скрафтил себе вот эти ботиночки. Тьфу, ботиночки, штаны, в общем. И у меня сколько уже? 9 эктоплазмы. То есть мне до шлема остается еще 12 нужно. 3 эктоплазмы, и все, мы можем скрафтить себе шлем. Это просто замечательно. Так. Окей. Что, как видите, я навел порядок в инвентаре. Я там сходил, все сложил, то, что мне выпадало здесь. Это удалим. Клоузер. У меня, по-моему, уже такое есть. Я не знаю. Ладно, оставлю. Если что, потом можно будет выбросить все равно. Окей. Ну уже, давайте. 3 эктоплазмы осталось. Это же почти ничего. О, 2, 1 осталось, 1, ребят, 11. Я не знаю, на что мне еще нужно. О, есть, 2. На кирку нужно, по-моему, 18 тогда. Но это пипец, как долго собирать. Так, 13. Кстати, все, я могу спокойно возвращаться домой и скрафтить себе спектральный доспех. Кстати, золотых ключей у меня дома просто целый сундук. Я здесь столько их навыбивал. Но я даже не знаю. О, давайте сразимся с паладином. Сейчас я умру. У меня 11 жизней. Так. Паладин-то где? Я не могу стрелять. Окей. Почему бы нет? Ну и фиг с ним. Ладно. 2 золотые монеты. Это не так уж и много. Ой. Блин, как сломал, так сломал все, блин. Окей. Телепорт. Неужели? То, что я сломал кровать, ничего мне не дает. О, найс. Так. Это мы выбрасываем. Closer Voodoo. Давайте поставим в сундук. Так. И скрафтить последний элемент моего суперсета. Сколько нужно? А, кирку нельзя, да? Окей. Пух. Спектрал худ. Вау, круто выглядит с этими крыльями. Только нужно вот так переодеться немножко, и нужно скрафтить. У меня нету с собой дерева. Дерево. Где дерево? Думаю, 6 дерева достаточно на куклу, не? Нет. Чё я? Зачем я столько мало дерева беру с собой? Могу уже взять больше. Я
Блин, я забыл, короче, я в данже хотел еще взять несколько дверей. Ну, чтоб. Они лучше выглядели в моем замке. Но я забыл об этом. Класс! Я как какой-то дух. Вау. Вау, круто. Уиху. А если я надену вот это, то это все портит. Нет, мне больше вот так нравится. Очередной шлем свата мы поставим сюда. Я не помню, наверное, я выбрасывал их уже. Их тоже много выпадало. Я хочу заменить лут ал. И вот этот золотой сундук заменить вот на этот. Вот так. А могу я как-то по-бырому сложить туда вещи? О, я зажал контур, и, короче, можно сложить все туда. Замечательно. Эктоплазмы, хлорофит тоже. Вот с хлорофита, возможно, он мне даже нужен будет на что-нибудь. Так. Так. Что ж, броня у меня есть. Это у меня все есть. Замечательно, значит, монетки давайте поставим. Оу. Депозит. Окей, так. Что ж, нам остается одна дорога. Это в данж. В данж. Давайте мы сделаем еще одну кровать. Возьмем с собой еще немножко дерева. Кстати, нет, не надо дерева, там есть дом. Так что 15 вот этого. Мне, кстати, только что было 15 с собой. Я их туда поставил, сейчас снова взял. Так, тут шелка нету. Да, я, по-моему, его раньше еще удалил почему-то. Потому что мне так захотелось. Теперь мне нужно скрафтить 6-5 шелка. 5, по-моему. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь я могу скрафтить кровать. И вот это отнести на место. Вот здесь. Все, замечательно. Кровать есть, можно отправляться в домик нашему друиду. Уху, новая броня, надо ее потестировать. Так, сколько у нас? 49 защиты, а с прошлой было 50. Всего на один меньше. Magic damage done enemies health and play with lower health. Вау, круто. В общем, понятно. Set бонус. Так, что мне еще сюда нужно? Soldier Emblem мне можно улучшить до этого. Как же она называется? Но это нужно идти на стену плоти, по-моему, да? Кстати, в своем мире почему-то свою стену плоти я не хочу убивать. Буду убивать каких-нибудь других мирах. О, давайте завалим плантеру. Просто так, по приколу, чтобы посмотреть, на что она способна. На что же способна эта девочка? Она нас так убивала прошлые несколько серий. Ну, несколько серий назад. Давайте посмотрим, что сейчас она нам сможет сделать вообще. Думаю, практически ничего. О боже, у тебя просто замечательный дом. Все заросло какой-то непонятной. Spawn point set. Замечательно. Так, я не призвал себе вот этих. Да, нужно будет сходить этот биом ледяной и там побить мобов, чтобы мне заготовка для ключика выпала. Так. Mm.
Это что за сундук? Ты живой? Я так и знал. Вот с этим хил тоже замечательный. Что с него выпало? Старклоак, очередная Старклоак. Кстати, у меня их уже выпадало тоже много. Так, что мы делаем? Нужно найти бутон. Бутон, бульбу. Не знаю, как это называть. Так. Надо внимательно смотреть, надо где-то встать, так, чтобы меня не убили. Где я могу так встать, чтобы меня не убили? Я вижу хлорофит, не надо мне об этом писать, но я не знаю, зачем мне его собирать. Если вы мне напишите, зачем мне его сейчас собирать, то я буду его собирать, а пока мне как-то не очень он нужен. Ну, бульба, бульба, где ты? Так, секундочку, у меня ноут хочет разрядиться. Я не знаю, как вы меня слышите, потому что я полез его ставить в визитку. Вот так, меня убивают. Кто стреляет? Фух, все нормально. Это что? Хард Кристалл. Все, мы заряжаемся, все замечательно. И мне нужно найти бульбу. Палладиум, адамантиум, Хард Кристалл. Пират такой слепой, ничего не видит. Бульба. Где ты? О, вот она. А где я? Где я? Блин, теперь мне нужно себя найти. А, вот и я. Надо подняться немножко выше и правее. Окей. Еще неплохо найти бы 4 эти, как они там называются. Ну, те, которые мне дадут по 5 жизней. Потому что у меня 480. Так, где-то здесь, да? О, я почти туда и дошел, куда нужно. А что у нас? А, ну я тут был по-любому. О, крутой посох, это мой старый посох. Так, Плантера, где ты? О, тут хорошее это. Для битвы прям вообще замечательная штука. Смотрите, она просто ничего не может сделать. Ой-ой. Ой, что я делаю? Главное не давать ей ко мне прикасаться, и так все нормально. Сейчас, когда она разозлится, то это будет печально.
Я ничего не успеваю, ребят. Я молчу, точно. Я забыл, что я должен хотя бы что-то говорить. Я просто молчу, потому что... Я не успеваю говорить. Здесь вообще жесть. Здесь жесть творится. Меня убивает плант... Кстати, вы заметили, я не пользуюсь эликсирами на ману. И вообще ничем не пользуюсь. Вообще ни один эликсир еще не выпил, если честно. Вау. Это просто жесть. Какой легкий босс, когда тебе не может нанести он урона. А если я вот так буду делать, то я могу умереть. Ха-ха, победа! Это что такое? Вау, а ну иди сюда. Слушай, нормальная штука, мне нравится. Плантер Маск даже выпала. И еху, замечательно, только ужасно выглядит. В общем, о, и пигмей. О, вы хотели нового этого, чтобы призывать я мог. Вот вам и новый пигмистав. Пигмистав. Импа мы дома оставим. Так, зачем я сюда пришел? А, я пришел сюда в храм джунглей. Но время этой серии уже подходит к концу, я думаю. Так что мы ее завершим на этом. С вами был Пират. Если вам понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Так. Вот так как-то. О, два ключа у меня.